мозгами. Здесь есть лавочки? Да ладно. Там можно. На питбайках-то нет. Куда хочешь, приезжай, выбирай, да? Все, ребят, мы починились, точнее, я починился. Ушло 5 заплаток, камеру я изнутри залатал, точнее, покрышку, чтобы кордон не терл камеру. Вот. Сейчас я ее проверяю. Далеко мы ехать не стали, потому что пробьет, что делать. Тут, кстати, когда-то был лес, да? Да. Представляете, вот это все был лес. И он, блядь, сгорел в один момент. Вообще жопа. Трава высокая, хорошо. Напиток бы тут хорошо был. Песок! Ну все, все, все. Все, я уже, я приехал. Ого, смотри, негет. Вот мы и забрались. Кстати, вид такой тут некий нормальный. И вы представляете, ребят, что в лесу, в этом городе были санатории, блин. Сейчас нет лесов. Вообще печально. Эта дорога, мне кажется, уходит от него. Нам надо направо. Кстати, там уже гору видно, на котором мы были. Там циклон грозовой. Видео я не думаю, что будет длинным. Я его залью просто так, чтобы разбавить скукоту на канале. Поговорим сегодня с вами. Кстати, спасибо большое подписчику. Он в ВКонтакте подписан как Александр Ефремов, по-моему. Он мне денег перевел на покрышку. Ну там, конечно, треть от того, что я хочу. Даже может быть меньше, но все равно большое спасибо. Сумма большая для меня. Такие подписчики вообще не только дают денег, но и подбадривают, да? Но и подбадривают, да, стимул огромный. Закрыть. Так что спасибо большое тебе. Люди пишут, когда видео. Я с вами хочу поговорить на эту тему. Типа ответ на вопрос. Да. Люди пишут, когда видео, и я им отвечаю. Я не знаю, почему я так отвечаю. Потому что я действительно не знаю, когда видео. Вот как я могу узнать, когда я выйду, возьму еще одного человека, у которого полно дел, мы поедем вместе кататься куда-то. И не просто вот так вот сейчас, на где недалеко и, в принципе, не очень сложно ездить, ну и не очень-то и красиво. А поехать далеко сложно, неизведанно и красиво, так что это сложно. А ведь еще и деньги нужны на пожрать-то. Мы же не на солнечной энергии ездим. Получается, что дело-то это сложноватое. Особенно как организатору, не организатору. Еще ведь тем более надо камеры зарядить. 4 батареи. Так что вопрос, когда покатушка. Он, конечно, хороший, но не очень объективный. Покатушка тогда будет, когда она будет. Говоря о нашем будущем, но все-таки у канала одной тематики быть не может, потому что это будет скучным, надоедающим и нудным. У нас будут какие-нибудь преображения на канале по тематике, по направлениям, по категории. И когда-нибудь мы сменим велосипеды питбайками. Ну, в наших мечтах, естественно. Это, так сказать, высшая наша цель. Если все получится хорошо, прям если все идеально и у меня сложится, и у тебя, Марк, то я думаю, этим летом вполне реально все это взять. Ну да. У нас расклад такой, но оптимистичный, что мы этим летом сможем взять их. Ну это прям вообще мечта. Ну и вполне реальная причем. Не такая уж она и дорогая, как машина. Да. Цену, конечно, имеет, но не такую большую. Мы в обратку, я не правда. Ну ничего.
И вот наша мечта — это два питбайка. Кубов где-то, ну, как все они бывают, 125 или 140. Можете нам посоветовать в комментариях, какой лучше взять, у кого какие преимущества, у кого ресурс больше, у кого ресурс меньше, кто на низах лучше, кто на верхах. Мне кажется, я разница у них есть все-таки. Соответственно, если у нас появятся питбайки, мне кажется, мы, если их новые возьмем какие-нибудь, да, много чего менять будет, и мы, да, соответственно, снимать будем. Да. Так что, если мы тематику поменяем, то и рубрик новых побольше будет. Ремонт всякий, ну, да, допилинг, что-нибудь доделать там, тюнинг. Дайвинг. Да. Ну и вот, если питбайки возьмем, будет очень хорошо. Если не возьмем, продолжим ездить на велосипедах. Что, в принципе, тоже не очень-то и плохо. Может быть, путешествие какое-нибудь будет идти. Ну, а если брать питбайк, то бюджет должен быть где-то 1030 и до 70, если новый брать. Так что, блин, это дорого. Ну, для нас, вы по крайней мере. Не забывайте, мере, что мы как бы не мажоры и там. Да. Я вот, блядь, пятую заплатку на камеру ставлю, блядь. Так что... Еще и кризис, и дела. Курс доллара. Будем стараться их брать, но проблематично. Я тут лес, кстати, сажал. Так что, да, если кстати, что, там деревьев, наверное, штук 20 мои есть. Лес в памяти солдат Ставропольского уезда участников Первой мировой. Воина 14-18 года. А встреча подписчиков. Вот сколько нас столетий нас смотрит, я не знаю, но по моим ощущениям человек где-то 20 точно есть. Кто из Тольятти, напишите в комменты, что вы из Тольятти. Мы посмотрим, сколько вас будет. И узнаем, смысл есть в том, чтобы людей собирать или нет. Я думаю, людей 5 наберется. Если 5 наберется, то можно сделать сход. Что мы там делать будем? Кататься будем. Что еще можно делать? Когда она будет, мы не знаем. Может, будет несколько сходок. Может, я сделаю одну. Потом мы сделаем с некоторым вместе еще другую, вторую. Но мы это все еще сами ничего не знаем, посмотрим. Мы сейчас подумали, о чем можно еще вам рассказать, и придумали приколюху, что не везде мы были. Мы так-то не везде были, и у нас еще много мест, где мы не были. Но есть несколько загвоздок, и они в том, что они, эти места находятся далеко. Очень. Очень далеко просто, блядь, где-то в заднице. Ну мы, короче, окраину все проехали. Да, окраину города в километрах в 30-20 от города. Мы проехали всю. На юге, на севере, на западе, на востоке. Везде. Вот серьезно, везде были. Теперь нам остаются одни дальние расстояния. Это начиная от 50-60 километров в одну сторону. Может, соточка. У нас есть вариант на электричке ездить. Знаете, до какой-нибудь станции там доехать и от нее там поехать покататься куда-то. Есть еще другой вариант. Омики. Это можно перебраться на другую сторону Волги, на другой берег. Там села есть, урочища всякие. Да-да-да. Гроты. Не так уж и близко это будет. Да, это тоже не близко. Так что, не знаю. Этим летом мы точно это все сделаем. Оно вот только-только началось, третий день пошел. Планов много. Учеба надоела, все дела, надо. Да. Нужно жогово. Нужно жить. Так что интересно будет, но не сразу. Ведь каналы не сразу развивались. Никто сразу не развивался. Без другой помощи, конечно. Там, кстати, какую-то антенну строят. Какая-то вышка. Так, все спрашивали еще о велосипеде. Кона Мана-Мана 13 года. Трек 43.00. Так, 14 года трек у нас. Что здесь ломалось за 3 года активных поездок? Ничего. И зимой причем мы ездили. Что-то бразилось на резине. Что здесь ломалось? Отвечаю. Ничего.
само здесь ничего не ломалось. Я бился задним переключателем. XT, кстати, хороший шимановский переключатель. А бордюр. У меня растянул тросик, и у меня передачи ползали. Вниз-вверх сами по себе. Потянул тросик, все, перестало. Ездили зимой, потрескалась резина. Где-то ее там порезал. Ну и, в принципе, все. Да? Ух ты, ёбать, смотри, видно отсюда как. Да. Потрескались колеса, переключатель потянул, все. Никаких трещин на раме. Никаких люфтов. Переключатели втулки работают замечательно. Скорость отличная, накат великолепный. Посадка вообще охеренная. Вот у всех посадок велосипедов мне нравится именно это. Не знаю почему. Но есть один минус. И один минус есть у этого велосипеда. И он такой. Достаточно... Редкий. Не, не редкий. Болючий, бля. Этот минус — седло. Вот если вы этот велосипед где-нибудь возьмете, меняйте седло сразу, потому что это, блядь, жопа полная. Ягодицы у вас будут не ягодицами, а наковальнями. С этим седлом. Оно, седло ужасно жесткое, никаким образом не амортизированное, даже большим слоем поролона никак. И впивается в задницу оно на раз-два. Если километров 20 проехать, боль такая, что потом сидеть нельзя. А так все идеально. Под мой рост он вообще охеренный. Про трек. Неубиваемый. Не знаю, с ним ничего не случалось, блядь. Прям вообще ничего. Да серьезно, сколько я керхером не мой, да. В говно не залазит. Что там кто-то писал, типа, керхером не мой, подшипники, сальники. Стрекой вид красивый. Насчет керхера, ничего у нас не повылетало, ничего не шелестит, ничего не выбило. Подшипники на месте, сальники тоже. А, брод. После брода абсолютно ничего не было. Только если трава намоталась, не знаю, на ось какую-нибудь, на втулку. Все. Если кто-то думает, что мы на них не ездим, то это велосипеда за 5000 уже километров пробег. Ничего не ломалось. Кататься мы сегодня, в принципе-то, и не собирались, снимать тем более. Фух. Говорю я все импровизировано, даже тем не обговаривал. Так что, если говорю херню, знаете. Еще один минус тем, что я занимаюсь. Фух. Невозможно говорить и ехать на велосипеде одновременно. Очень сложно. Невозможно. Да. Вы, если хотите, чтобы я продолжал так с вами общаться, то вы можете написать в комментариях свою тему на обсуждение мне. Предлагайте, поговорим без проблем. Фу. Любые вопросы, кроме личных. Я умираю. И, кстати, на тему того, что говорить на велосипеде, я вот смотрел видео некоторых людей, тоже с велосипедами связанные. Они или вот по городу ездят со скоростью матраса и не говорят ничего. А я пытаюсь ехать быстро, ну и какой-нибудь бред нести, чтобы не так скучно было. Но все равно тоже сложно. И не всегда удается. Когда едешь убитый по обратной дороге, без еды в желудке, без грамма калорий, вообще невозможно говорить. Даже на психологическом уровне. В голове вообще никаких мыслей нету. У тебя вот программа ехать домой. Ты берешь и едешь.
через силу. Мог бы остаться лежать, конечно, но надо ехать. И вот так едешь. И еще о качестве видео. Что первые видео у меня были, конечно, дреснявенькие такие. И по качеству звука, и по качеству картинки, и по качеству речи. Но опыт приходит со временем, с возрастом. Развитие. Да, развитие идет, прогресс идет. Звук я буду подтягивать. Картинка, мне кажется, и так хорошая для своих денег, которые я имею. В общем, меня пока все устраивает. Меня не устраивает одно, что места, куда мы ездим, кончаются. И вот поэтому нам так приходится выдумывать с электричками, сомиками всякими. Поэтому нам нужен либо мотор, либо маршрутный этот. Да, транспорт, который нас достанет. Или электричка. Да, и поэтому мы, как следующая наша стадия, это моторизированная стадия, питбайки, все дела. Ну, а сейчас мы, наверное, обойдемся омиками и электричками. Еще бы не против я был того, чтобы у нас появились какие-то спонсоры. Это, конечно, бред звучит, но вот, к примеру, я также могу рекламировать какой-нибудь интернет-магазин за просто так. Не знаю, просто. Ну, просто. Но было бы приятно, если вот, например, по необходимости они запчасти какие-нибудь нам давали. Например, у меня камера пробилась. Покрышка пошла по заднице. Я был очень рад, если бы нам такой магазин дал комплект покрышек. Мы бы поставили это все на видео. Характеристики бы вам сказали. Сказали бы, что эти покрышки можно приобрести в таком-то магазине. Магазин хороший, покрышки отличные. В принципе, и все. Многого, конечно, хочу, но может быть, когда-нибудь оно и будет. Может быть. Но это, конечно, предел мечтаний. Это прям даже выше, чем питбайк. По уровню мечтаний, блин. Чтобы спонсор появился. Ну, просто, блин. Мне кажется, что каналов таким контентом, как у меня, чем мы занимаемся, маловато будет. Чтобы они прям так плотненько ездили. Я считаю, на видео проехал где-то уже километров 4000. 4,5, наверное, на этом велосипеде. Но я считаю, это хороший результат. Конечно, технических никаких у нас рубрик нет. Потому что, раз, ничего не ломается. Два, никаких ресурсов финансовых у нас на то, чтобы что-нибудь покупать и обозревать, нет. Соответственно, опыта у нас в этом тоже нет. Но нам помогут коллеги из интернета, да. Другие каналы. Автотематика, без разницы вообще. Ну вот, мы проехали в другой район, по лесу. Когда-то нам это давалось очень сложно, помнишь? Прокат. Такие, ребят, дела. За мной погоня, бля. Ой, блин. Никит, мы чуть далеко уехали.
Мы потом этот спуск увидели туда, поехали вниз. Да-да-да, и ты там две камеры. Да-да-да, помню. Вот люди пишут, некоторые люди, я их буду называть не достигшие 14 лет, что они ездили 100 километров, 70 или 50. Ребята, какие 100 километров? Так, я вот не знаю, где что. А какая разница? Все равно выйдем к ней. Туда хочешь? Да. Ну давай. Я людей расшугал. Спасибо. Медленно. Понял, да? Чтобы не так они шугались, как там. Тут, короче, трафик такой плотники, поэтому надо аккуратно ехать. Да, прям моменты есть, где узенько. Да, узенько и корней до хрена. Под деревом там надо проехать. Да, да, да. И матрасы немного. И она заросла некит. Я вот тут пробил покрышку. Я прям вспоминаю, как здесь много комаров было. О, бля. Сука! Я зацепился! А? Прям можно упасть вон туда влево. Да, там, кстати, овраг. Так, голову. Бодренько, бодренько. Мы тут, ребят, катаемся, в общем, и охреневаем. Велосипедистов-то больше стало. Много велосипедистов прям, ох. Не только, но и велосипедисты. Велосипедисток тоже много. Делень, делень. Не знаю. Вы вот тему предлагайте для разговоров. В комментарии, пожалуйста. Вот, значит, нас нарушаем. Нарушаем. Во как. Так? О, вот это да. Камеру у Марка отжал. Надень на себя тогда. И уехал. Я тут учусь это, обход такой делать. Да, чтоб красиво было. Оп, знаешь, так раз. Давай, давай, кстати, нормально. Нет, там, стоп. Я еще есть прямо. Чисто давай. Вот так вот. Знаешь, что я бы и хотел? А. Стабилизатор. Ну да. Просто, знаешь, палка такая, блядь. Я вообще никуда, ни сюда. Ну, а вы питбайки, пацаны? Пацаны. Ничего больше. Что-то людей большая концентрация. Прям все выперли, сегодня суббота. Блять, слишком много. Ну, вроде вон там вон тучи, но солнце. Заебись. Ну, отлично. Да. Мне, блядь, почему-то больше нравится, как камера на тебя смотрит. Я ее надеваю. Я, блядь, на олуха такого похож, знаешь? Вася, блядь, а я, блядь, не похож? Нет. Вот я действительно, блядь. Три ногами вниз. Ага. Славочка. Ну, как же она настроена? Шо тебе? О, свадьба. Что-то сегодня много свадеб.
меня так волосы отдувает, прикольно. Обана БМХеры. А? БМХеры. Четкие парни, бля. Че? Спанч Боб. Ай, блядь. Спанч. Да. Все такие на меня. А, что это, блядь? Есть. У меня это перекрытие задевает передний. А, давай. Да. Сейчас или где? Да подальше. Оба она. Смотри, там что-то горит. А вон тот парк. Туда нам надо. Туда нам надо. Там колесо действует, там обозрение, а обозрение. Да. Да? Туда нам надо. Туда. Давайте за руки возьмемся. Алешенька. Че, мы тут на велосипеде пройдем? Да не боюсь. Чирика. Итог наших сегодняшних проверок и тестов, моих заплаток, приблизился к своему логичному завершению, к вот к этому, блядь. Ну и все.